Продажи билетов на поезда из Коми в Москву приостановлены. Впрочем, сразу успокоим, речь не о полной отмене, и только на период с 5 марта по 30 апреля. Как пояснили в РЖД, связано решение с предстоящими ремонтными работами инфраструктуры на московском направлении, а ограничения вводятся для разработки временного расписания движения поездов. Итак, коснется ситуация только направлений Сыктывкар-Москва, Москва-Воркута, Усинск-Москва и Воркута-Москва. Итак, еще раз, продажи возобновятся, когда будет составлен график движения на время ремонта пути.